Нова, окрыленная двумя победами в предыдущих матчах, вышла побеждать Енисей из Красноярска. Однако и соперник, середнячок турнирной таблицы Суперлиги, сдаваться без боя не собирался. Матч начался легкой разведкой боя, в котором лидер так и не определился. К середине сета Нова проигрывала 12-13, но потом посыпались ошибки, и Енисей оторвался на 5 очков. Затем Нова догоняет соперника 21-21 и даже вышла вперед 22-21. Но завершить начатое волжанам не удалось, и они досадно проиграли первый сет 25-23. Игра была хорошая, и Нова показала хорошую игру, как и последние два тура. Она очень хорошо добавила с новым тренером, с моим, с украинским коллегой, можно сказать. Да, я как раз с ним работал много и как бы знаю, что тренер может, да, и вижу, что Нова стала чуть другой командой. По схожему сценарию прошел и второй сет. Равная игра в начале, 11-11. К экватору партии Енисей, демонстрирующий более стабильную игру, выходит вперед, 19-15. Нова организовала погоню, но проиграла 25-20. По счету, в принципе, боролись, да, но не хватило, скажем так, честно, да, ни физических, ни эмоциональных сил, да, это было видно, что эмоций не хватает, и в какие-то усталость все-таки сказывается, и сказалось в концовках каждой партии, да, то есть свои невынужденные ошибки, можно сказать, детские, стоили нам, скажем так, очков. Тяжелая игра, как бы, очень нужны очки и другой команде, и нашей команде. Поэтому опять скованность какая-то присутствовала, но, скорее всего, из-за этого оказалось. По партиям счет тяжелый, но в решающие моменты мы лучше подали. Мы меньше ошиблись, больше выиграли и сильнее усложнили подачу. И также выиграли прием у команды. Даже основные два показателя, прием, подача, мы полностью переиграли. С первых минут третьей партии Нова берет нить игры в свои руки 5-1. И дальше волжане не успокоились и продолжили набирать очки 17-13. Но затем наступила серия необязательных ошибок, и Енисей вернулся в игру 21-21. Концовка встречи и вовсе прошла под диктовку гостей. Победа Енисея 26-24 и 3-0 по партиям. Сложно, то есть я уверен, нас, ну, наверное, ошибок в районе 20, то есть при трех партиях сложно вообще бороться с любой командой, то есть не только с Красноярском. Нова продолжает замыкать турнирную таблицу Суперлиги на 14 месте. Лидер по-прежнему новосибирский «Локомотив». Сергей Кизоркин, Василий Колдашов. События.